Существует немало растений, помогающих при женских болезнях. Одно из наиболее интересных – это артелия. Она богатая фитогормонами, которая отвечает за гормональное равновесие и репродуктивную функцию. Помогает женщинам забеременеть, а впоследствии пережить климакс. Основа артелии – это флавоноиды, защищающие от воспалительных процессов всей мочеполовой системы и обладающие мягким желчегонным, слабительным и антиоксидантным действием. Артерия может помочь желудку чувствовать себя комфортнее. Ее можно применять при сахарном диабете. Кроме того, она нормализует работу печени и желчного пузыря, что крайне важно при всех женских болезнях, проблемах. Однако основная направленность этого растения – мочеполовая. И его используют при борьбе с молочницей, также при сбое цикла, при болезненных месячных, да, при гормональных нарушениях, маточных кровотечениях, воспалении почек, мочевого пузыря, матки, яичников, при сложном также климаксе. Самое важное при новообразовании груди, яичника, матки, так как артерия обладает рассасывающим и противоопухолевым действием, а значит применяется при миомах, кистах, спайках и эрозии. Артерия может применяться мужчинами при проблемах почек, мочевого, простатитах и аденомы. Вторая составная часть данного БАДа – зимолюбка. Она известна своими целебными свойствами, укрепляющими, седативными, противоотечными, мочегонными, отхаркивающими, противовоспалительными, антисептическими, также кровоостанавливающими. Благодаря этим свойствам зимолюбку используют в лечении следующих болезней. Это мочекаменная болезнь, цистит, также простатит и аденома, да, мужчин, заметьте, болезни почек, ревматизм, подагра, болезни ЖКТ, кожные болезни, водянка, болезни верхних дыхательных путей, бесплодие, миома, эрозия шейки матки и болезненных менструациях, также при нарушениях цикла. Таким образом, БАД артелия и зимолюбка создан в первую очередь для решения проблем с мочеполовой системой от воспалений до новообразований. Вот. Попутно этот продукт будет способствовать улучшению работы всего ЖКТ, что тоже немаловажно для решения данных проблем. Вот. Ну и самое главное, в отличие от лекарств, которые одно лечат, другое калечат, данный продукт комплексно улучшает состояние разных систем без токсичной нагрузки на организм. 100%. Вот. Кого заинтересовал данный продукт, пишите мне, все ссылки в описании под видео.